Добрый день, уважаемые участники нашей группы «Танцы возраста счастья» соло. Михаил Владимирович Ларин, основатель Ларио Данс. И Владимир Филиппович Макшеев, один из самых, наверное, креативных тренеров города Омска, который занимается сейчас развитием такого инновационного направления, как танцы взрослых, танцы возраста счастья. Он сегодня в полном расцвете сил после тренировки. Такой порозовевший, да, активный, да. Понимает, что провел уже две группы. Ну и, естественно, понимает, что это направление очень бурно развивается. И мы сегодня об этом и поговорим. Кто не как вот один из основателей, один из таких вот самых опытных тренеров нашего города мог бы взяться за такое направление и развить его, и дальше, в принципе, двигаться в этом направлении очень активно. Да. Тем более, Владимир Филиппович, я знаю уже очень давно, очень давно. И как-то мы с ним так вот встретились неожиданно одним приятным летним вечером, и он говорит, очень хочется что-нибудь такое хорошее сделать. Был такой хороший посыл, потому что, говорит, надо очень, очень хочется интересное что-то развить, потанцевать. Я говорю, Владимир Филиппович, есть. Да. Можно это двигать, и как раз у нас такое направление начало развиваться, Владимир Филиппович его подхватил и до сих пор вот так вот активно несет. И еще, что такое возраст счастья? Цивилизация нам сейчас дала возможность после 50 до 75 где-то, вот эти вот 25 лет, прожить, в общем-то, свое удовольствие, то есть детей вырастили, вот у многих, кто ко мне приходит, внуки уже выросли, и типа бабушка, дедушка уже не нужны. Да уже правнуки. Да, уже правнуки есть, да, кстати, вот правнуки есть. И в принципе, а человек, вот по стереотипу, жизнь быстрая, и он не может осознать, что вот сейчас он может заняться просто собой, вот просто собой. Поэтому возраст счастья от 50 до 75. Вот посмотрите, что вы хотели бы сделать, я не про танцы, вообще любое, и вы можете это воплотить. Причем это все вот нормально. Вот у нас такое направление, и здесь вот приходят, кому надо и позаниматься, вот кто-то с суставами ко мне приходит, я говорю, да, подвигаемся, месяца через три результаты уже увидите. И я вот очень говорю большое спасибо Михаилу Владимировичу, потому что условия, я считаю, просто идеальные. Центр города. Мы ждем вас с большим удовольствием. И группа, вот эта группа с великолепным названием, эксклюзивным, группа возраста счастья, такой в мире больше нигде нет. Да, только в танцевальном центре Ларио Данс. Да. Владимир Филиппович, ее такой вот одержимый тренер, я бы сказал. Одержимый тренер. Да, каждый раз готовясь к занятиям, каждый раз собирая какие-то новые интересные вариации композиции. А для того, чтобы все было хорошо, нужно обязательно что? Вот вдохновение. Видите, это специальная шоколадка у нас сегодня, написано «вдохновение». Если у вас есть кусочек вдохновения, и вы думаете о том, что надо куда-то пойти, надо чем-то заняться, это вот то самое место, куда обязательно стоит прийти и позаниматься обязательно собой. А мы вас с удовольствием здесь ждем. Спасибо за внимание.